Всем привет, предоставляю вашему вниманию восьмую часть прохождения Dishonored. Ну что ж, у нас задача дойти до торговца, как я говорил, и узнать, сколько он забашляет. И также добраться до Омега. Так. Надо думать о судьбе, а не о поцелуях. Пора в Данул возвращаться. Тошно мне здесь. Детей уже 2 года не видел. Так. Чуха. Пора двигаться дальше. Аж есть хочется. Надо отлить. Странные времена настали. Трудные. Нельзя расслабляться. Сейчас что-то будет. Да. Не продумал я, как я пройду. Убийца в маске. Говорят, некоторых наполовину сожрали, и кровь с дерьмом повсюду. А? Черт побери, мать твою, сука. А, черт. По нам стреляй! Вы это слышали? Что тут происходит? Эй, ты! Здесь? А ну, вернись! Сюда бьюсь как следует. Нет. Он не убежит! Не уйдешь! Получай! Ещё! Надо осмотреться. Бежать некуда! Он далеко не уйдет! Тихо. Идите нахер. Что за хер косматый? Хер косматый это ты. Чё, классно я взял? Держи! Тихо. Зараза. Эй, кто здесь? Не заставляй меня за тобой носиться. Ты где-то здесь. Надеюсь, от меня не спрячешься. Им... Никуда ты не денешься. Ты труп. Лежать. Я бью платишь за ее смерть. Рано. Он не мог далеко уйти. Я знаю, ты где-то здесь. Вы даже не представляете, как далеко я ушел. Фу, нахер. Какая приятная... Здравствуйте. Здорово. Вижу, вы нашли прототип. Да. Ваш знакомый мертв. У него была опасная работа. Ну да не будем об этом. Полагаю, вас интересуют деньги. Сначала гонорар за находку. И если хотите, я сделаю чертежи, с помощью которых вы измените ваши инструменты. И в знак благодарности я сделаю вам скидку на мои товары. Давай. Честная сделка. Позвольте узнать, кто сделал эту маску. Очень интересно. Заходите, прошу вас. Я всегда вам рад. Так, цикл 5 улучшений. Болт гордого стона. Так. Вам нужны чертежи для оружия. Конечно. Еще можно, да? Так. Ну что я могу сказать? Дает преимущество при кличе. Разгребной клинок. Скрещенные клинки дают. Да.
ясный выбор. Так, что на 276 рубликов много ничего не сделаешь. Че, у тебя ничего интересного было, не появилось? Рад был вам помочь. Спасибо. Кунсткамеру закрыли, теперь здесь совсем тихо. Так, ну что, все задания мы сделали. Побежали с ветерком. Привет. Значит, сделано. Эшвард нам больше не помешает. Отлично. Но это еще не все. Когда я жила в Дануэле, я занималась делами, за которые мне до сих пор стыдно. За долгую жизнь всякое случается. Что ты тут делала, да. А? Но я сотворила больше зла, чем другие. И что, тебе башку снести? Я знала Далилу и Эшвард. Купилась на их бредни. Влипла в это дерьмо по уши. Если честно, до начала этой истории я думала, что Далилы уже нет в живых. Не хочу вдаваться в подробности, но вам стоит знать. В моей жизни были моменты, о которых я сожалею. Ну ладно, ты сейчас направил. Плохой друг, Фостер. Вы так думаете? Когда-нибудь вам придется поведать мне все ваши тайны. Слушай, ты не нарывайся. Готовы отправляться? Тогда все задачи сделаны. Вперед. Да, идем. Возвращаемся на падший дом. Еще один шаг к победе над герцогом. И Далилой. Ну, я надеюсь, Соколов. Опять штурм. Ну, я случайно мирного жителя убил. Просто мы ворвались так. Так. Ну, в принципе, продолжаем. Я прохожу так, как считаю нужным, и не хочу тратить на стелс гораздо больше времени. Тем более, Dishonored — это такая игра, когда ты можешь весь этап идти нормально, а потом что-то убить кого-то. Далила вынашивала свои планы. Люди герцога собирались в доме серебряного барона по имени Арамис Стилтон, чтобы ради Далилы совершить ужасное. Надо узнать, как они сделали ее бессмертной. Но где я был 3 года назад? Позволял Эмили дремать на заседаниях совета, обучал фехтованию и приемам уличных драк. Я был готов встретить врага, которого можно сразить мечом. Солдат, шпионов, наемных убийц. А столкнулись мы с чем-то выходящим за рамки возможного. И побил нас некто вроде меня. Ну, по сути, да. Только к чему это все ведет? Мне кажется, снова возле можем очнуться. В бездне. Нет? Меган сама о себе позаботит. Мне нужно понять, почему Далила бессмертна. Пока мы знаем, что 3 года назад в доме Арамиса Стилтона произошло нечто странное. Сам Стилтон исчез. Стилтон жил в бункере, запертом на хитроумный замок работы Джинташа. Возможно, в этом доме вы узнаете, как победить Далилу. Сперва надо туда добраться, через развалины, которые устроил герцог, через мой дом. У Меган появилась интересная мысль. Паула — лидер стенателей. Он хочет убить Бирна, а тот, конечно, мечтает уничтожить Паула. Оба нападут на вас, не задумываясь. Но если вы принесете труп их заклятого врага, они примут вас в семью. Это логично. Значит, один способ попасть в дом Стилтона уже есть. Я уверен, что все получится. Скалов-то оклемался. Вернувшись, я увидел, что остров переменился. Все рушится. Люди грызут друг другу глотки. Ну что ж, вперед. Что это?
Да я несусь-то. Чуть не вынырнул. Смотрите, сейчас объявят. Кто меня повезет? Готовы? Выходим. Мы подведем шлюпку поближе. А где это? Наша дама. Пыльный квартал. Пройди через пыльный квартал, войдите в особняк Арамиса Стилтона. Он еще хранит некие важные тайны Далила. Наместник Верховного Смотрителя Бирн и его подчиненные ведут затяжную войну с Пауло, предводителем банды Стенатери. Вам помогут как Бирн, так и Пауло. Я не знаю, кого лучше брать. Мне похер, в принципе. Я не знаю этого Арамиса Стилтона. Кто он? Верный союзник старого герцога. Его серебряные рудники помогли построить Карнаку. Он начинал с нуля и стал богачом. Однако новый герцог тратит деньги так быстро, что шахтерам приходится работать день и ночь. Район пришел в упадок, а из-за пыли там остались только самые отчаянные. Герцог Серконоса наделал много бед, но его отец был хорошим человеком. Верно, но герцог всегда действовал с благословения Данула. В общем, в дом Стилтона можно попасть только через пыльный квартал. Может, Стилтон еще там, а может, и умер уже. Так, ну что, фиг знает. Доберитесь до пыльного квартала и найдите Меган. Я буду ждать здесь на шлюпке. Когда закончите, я доставлю вас на падший дом. И это что, трупик? Интересное место. Так, здесь уже могут стать какие-то растяжки. Ну и местечко. Странно, что мы больше не патрулируем пыльный квартал. Приказ герцога. Мы там теряли слишком много людей. Солдаты слепнут от порошка стенателей. Их режут в подворотнях. На них бросаются гончие опасные. Так, стенатели нападают на солдат. Это можно подразумевать как бандитов. Как я вообще здесь оказался? Уже устал прочищать уши от серебряной пыли. Я что-то сомневаюсь, что мы с тобой пойдем штурмовать Ведьмину или логово аббатства. Большой дворец, хорошее дежурство, все яблочки да тапочки. Яблочки да тапочки. Так, их двое. Эти проклятые ветряки я даже во сне слышу. Наверняка ничего страшного. Что это за звуки? Идет пыльная буря. Бро, вот собрался. Представитель комитета шахтерской семьи сообщает об обвале еще одной шахты. Нет. Я думал, что-то интересное.
Опа. Побежал. Что, а похер, да? Все. Кое-кто нарывается. Так, что-то типа рядом руна, да, есть? 6 метров от меня? Нет. Так, теперь надо понять, как туда попасть. Все, не просто так, да? Смотрители просто так не уйдут. А стенатели просто не могут уйти. Пауло назначил награду за голову Берна. А тот делает все возможное, чтобы убить Пауло. Подожди, дай я руну-то заберу. Здравствуйте, лорд-защитник. Я собрала кое-какие сведения. Поговорила с людьми. Район поделили смотрители и стенатели. Так, кто и что? Ничейная земля, где вас никто не тронет. Но дальше начнутся границы стенателей и смотрителей. Переступите их, и на вас тут же нападут. Наша цель — Арамис Стилтон. Соколов сказал, что у вас был план. Думаю, если уберете Паула или смотрителя Бирна, то их враги помогут вам и проведут в дом Стилтона. Избавьтесь от одного предводителя и сдайте его другому. Это все? Бирна защищают смотрители, Паула — стенатели. И, как кажется, некий черный амулет. Говорят, Паула должен умереть дважды до захода солнца, иначе его не убить. Удачи! И фиг знает, кого лучше убить, да? Это герцог Сирконес. Мне сообщили, что люди жалуются на пыль, которая летит из шахты. Да, война нам дорого обходится. Возможно, вы не знаете, что шахты работают на полную мощность, чтобы мы могли продолжать войну против Северных островов. Это не пыль, это кровь наших врагов. Так. Форпост смотрителей. Салон, ведьминая рука. Сестра Джейми говорит, что ты любой замок вскроешь. Не знаю, зачем дом Стилтона так крепко заперли, но ты же сможешь его отпереть, а? Маску, ну... ну ладно. Может, в другой раз. Или нет. Загадка Джонжина. На званом обеде были... нет. Идем. Не, не хочу возиться. Маску носишь? Гвардейцам это не понравится. Выбор между шайкой воров и фанатиками. Может, они перебьют друг друга? На самом деле, так и есть.
Пыльный квартал. Не лезь сюда, а то зубов не досчитаешься. Я тебя не знаю. Вдруг ты смотритель. Понятно, понятно. И то же самое действует в обратную сторону, да? О, здравствуйте. Я подумал, что вы из банды Пауло. Но если присмотреться, вы не похожи на этих злодеев. Я вот держусь стенателей. Они ко мне неплохо относятся. Я всегда плачу вовремя, а их кроме денег ничего не интересует. Прошу прощения, но оставайся, пожалуйста, в зале для посетителей. Хорошо. Я там и остался, в принципе. А вдруг у тебя какие-нибудь тайны? А? Я б поплавала, если б не знала, сколько трупов гниет в каналах. А здесь много что? Лет назад все хотели работать на шахте. Маску а если кто получал увечья, того не увольняли. Да говорят, было дело. Этим всем занималось управление шахт. А семейный комитет следил, чтобы боссы не жадничали. Что они так делают? Маску носишь? Я думаешь, же говорил! Разрушаю? Все тебя забоятся. Ступай в обход, брат. Здесь дороги нет. Быть не может! Я тут почти всю жизнь живу! Сравни это минутное неудобство и немалый шанс быть убитым стенателями. Ну, ступай. Ты кто? Смотрите, да. Осторожней! Не связывайся с аббатством. Держись ничейной земли. Больше я аббатству платить не буду. Хочешь помочь? Зарежь какого-нибудь стенателя. Форпост смотрителей, стенателей. Так, зачем твоя маску маска носит? Не понравится, говорит. Боишься, что кто-то узнает? Да. Хочешь, чтобы я за жилье вовремя платил? Ну, ладно, только все. Блин. Короче, наверное, бахну я вот этого типа. Наверное, ветер всякий хлам носит. Думай так. Чтоб они все в бездне сгнили. Мразью меня назвать. Одно неверное слово. И вот я здесь. Вот досада. Пара-па-пара-па-па-пап. Ёпта. Так, чё по сердцу? Ну реально непонятно, за кого лучше убить. Ты прячешься, стой, ты не нравишься.
никого. Хорошо. Он накашливает из легких черную слизь и скрывает это от жизни. Его ты тоже убьешь. Берегите. Вы ничего не понимаете. Это какой-то конченый бармалей. Я осталась в этом мире после смерти и не знаю, проклятие это или благословение. Да хер его знает, что делать, я запутался. Вообще без понятия. Спрятались от этой херни в тех. Так, раньше здесь, походу, жили, да? Может и тех убить? Мне бы так больше понравилось. Не сдержал ты пост свой, чувак. Пауло где-то здесь. Так, интересная руна. И что скажет нам чужой? Пауло не из них. Не из тех безумцев, кто верит, что за горсть монет или пару правильно сыгранных нот я осыплю их милостями. Ему плевать на меня. Но он молится мне, потому что нашел руку старой ведьмы случайно. И Пауло мигом понял, что это выгодно. Порой части нас живут куда дольше нас. И чё? Лука получил процветающий город и немедленно его разграбил. Что оставит он? А что оставишь ты? Кого ты оставишь собирать обломки здесь, в Карнаке? Да хер его знает. Пауло паникует. Будьте осторожны, моя сестренка, по духу. На меня напали, уже истекая кровью в бездне, если бы не сбежал, как крыса. Этот человек в маске. Это не... А, это тот чел.
Это не смотритель, не гвардеец, кто-то нездешний, наверное. Настоящий мастер ко всем неприятностям. Теперь ты сообразил, что это за тварь. И ни черта здесь нет, да? Его-то я и бах. Паул, ты защитил нас от гвардейцев, но я не понимаю, как ты можешь помочь шахтерам. Одно связано с другим. Избавимся от аббатства, и я сразу займусь рудниками герцога. Если шахтеры объявят забастовку, герцог поймет. Лучше работать в два раза меньше, чем не работать вообще. У меня все болит. Мы даже готовы платить больше, лишь бы работа стала полегче, а на улицах было поменьше пыли. Можно же улучшить жизнь сперва в этом районе, а там и во всем городе. Шахтеры сами не знают. На помощь! Я не хочу умирать! Клянусь, я найду этого мясника! Так, ну что ж. Кровавые ублюдки! Паула. Кто бы это ни сделал, мы его поймаем. Все эти разговоры о каких-то убийц, воров. Это же все наша работа. Давай я сопротивляюсь. Зараза! Я... Что? У Паула рука старой ветоши. Мне не до шуток. Нас слишком много. Выходи. Вот зараза. Тут кто-то есть. Эй, кто здесь? Не заставляй меня за тобой носиться. Так, вспомнить, как я убегал? Как я сюда зашел. Так же и уйти, в принципе. Ну же, выходи на честный бой. Выходи. Так. Если б только у меня была своя лодка. Вот это жизнь. А? Ты чё, Паул? Бля, муа. Это маску прям для моего. Он не убьёт. Я раздавлю тебя, Паул. Блин, ну тупо, что он кувырок делает и скидывает его. Надо было тпшиться просто и все. Черт бы его побрал. У Паула рука старой ветоши. Кто-то есть? Вот зараза! Тебя не слышно! Что происходит? Что? Так, они бегут за мной. Карты черным, не к добру. Мол, давай бегом. Так, не выпадай мне из рук, пожалуйста. Все отлично. Нейтральная территория. Ну, пожалуйста, будут сигары. Да, мертвый еретик. Да, да, прекрасная новость. Теперь с этим бандитом покончено. Истинатели сами разбегутся. А? Там кто-то есть? Скатертью дорожка. Молитвы тебе не помогут. Тебя обвиняют в действиях, запрещенных аббатством обывателей. Каждое при. Там дело. Что это было? Что-то видели? Так.
Ты не сможешь прятаться вечно. Паула, пришел конец. Куда мне идти? Да ну! Что там за херня происходит для меня? Смотри, это Паул. Ну что, побазарим? Кто открыл дверь? Вы представляете, сколь благое дело вы сотворили? Я замыслил немало перемен в Карнаке. Хорошо. Я знаю и о вас, и о ваших амбициях, Бирн. Для меня все это было лишь средством достигнуть цели. Но помнит ли аббатство своих друзей? Превосходно. Так же, как и врагов. Так что вам нужно? Я хочу попасть в дом Арамиса Стилтона. Сейчас скажете, это невозможно. Какое странное желание. С домом Стилтона происходит что-то ужасное. И это сильно меня беспокоит. Ну вот, давай вскроем узнаем. Я должен выяснить, что там произошло. Помогите мне, и не пожалеете. Герцог лишил нас привилегий в Карнаке. И теперь мы сражаемся с Паоло просто за то, чтобы остаться в городе. Но Паоло мертв. Вы остановили его черное сердце. И я выполню вашу просьбу. Я слушаю. Один стенатель под пыткой рассказал, что они умеют открывать замок на доме Арамиса Стилтона. Возможно, тайну знают только Паоло и его приспешники. В смысле? Думаю, вы найдете искомое, поняв, почему герцог приказал Джиндашу опечатать дом Стилтона. Ну что же, похоже, я впервые извлеку столько пользы из визита в аббатство. Я запомню, что вы помогли мне, Бирн. И я тоже, убийца. Что за записка? Уберите отсюда нашего друга. Верность аббатству. Надеюсь, вы найдете, что ищете. Блестящая безделушка. И все. Побрякушка. Пустяк. Дом Стилтона проклят. Берегитесь. У тебя там руна была, слышишь, на месте. Тех, кто отверг запреты, ждет только безумие и смерть. Запомните это. Где-то здесь руна. Ах ты хитрожопый. Что-то Берн может нам рассказать? Я так близок к тому, чтобы изменить Карнаку. Считайте это экспериментом. Всего через пару ходов я смогу оказаться во дворце герцога и править всем Сирконосом. Только представьте, целый остров будет безоговорочно жить по семи запретам. Мне приходилось общаться со многими представителями вашего ордена, включая двух верховных смотрителей. Среди них были и славные люди, и скверные. Так что, простите, но я не могу всецело поддержать вашу идею. Берегитесь. У аббатства хорошая память. Ой, ой. Обещаю, если приду к власти, я смогу служить и империи, и аббатству. Чего не скажешь о герцоге Луке Абеле. До встречи. Скорой. Так. Эй! Чуть ниже есть руна. А? Там кто-то есть? Так. Нам известны твои добрые дела. Со временем все острова очистятся от колдовства и ереси. Блин. Тупая херня. Ладно. Эй, кто здесь? Не заставляй меня за тобой носиться. Апт. Что? Что там?
хп и даун. Так, графиня Конти. Хвала запретам, что я могу избавить портсигар. Как я пойму, что такое портсигар? Хорошо. Отдам Ниццу. Ниццу вот. Порт, наверное, будет какой-нибудь. Так, ладно, мадам Ниццу, орден. Я не знаю, что такое орден, ну, леди Уинслоу. Уинслоу. Бриллиант. Клон с птицей. Барселонович. Пацан Перси. Так, а здесь что? Маркола. Так, первым Конти, вторым портсигар, третьим Ниццу, четвертым орден, пятым Лиди Уинслоу, бриллиант, доктор. Это так сложно нахрен. Так, пойдем назад. Перстень, Барселона, Винч. Как я пойму, что здесь Барселона? Кулон с птицей. Какая-то херня. Доктор Маркола. Ну это пиздец. Или тут как-то идет. А, тут, наверное, вот так идет, да, друг за другом. Графиня Конти, портсигар. Что здесь имеется в виду под сигарником, интересно? Ну, пускай будет. Под сигар, наверное, что-то типа такого. Мадам Ниццу. Ниццу. Орден. Вот, вот это будет орденом. Орден. У леди Уинслоу. Бриллиант. Доктор Маркола. Маркола, кулон с птицей. Брэнсела Винч. Персик. Ёпта. Я смог, я не такой тупой. Вот я и такой... все. Меня не обманули. Ну иначе пришлось бы убить аббатство. Справиться в особняк. Фух, рад, что не такой тупой. Ништяк. Подслушиваю чужие разговоры, можно узнать что-то важное. Да, не спорю. Как и в жизни, так и в игре. Я не удивлен, ни сколечки. Так, ну что ж, то, что уже будет происходить в особняке, это уже будет касаться следующей части. Штука. Да. Много лет назад я уехал из Карнаки в Данул в поисках лучшей жизни. Помню, как влюбился в Джессамину. Помню ее коронацию, рождение Эмили, крысиную чуму, еще одну коронацию. И вот я снова в родном городе.
Скольких еще мне придется убить, пока все это закончится? Дом Стилтона скрывает какую-то тайну. Я снесу его до основания, лишь бы узнать секрет бессмертия Далилы. Лишь бы увидеть, как она харкает кровью. Даже если Далила поднялась из грязи, сделала себя из ничего, мои симпатии к тиранам и ведьмам уже давно иссякли. Я хочу только убить Далилу и защитить Эмили. Еще раз. Это, кстати, очень важная фраза. Еще раз. Ну что ж, то, что будет очень странно. Что-то изменилось. Колдосомы они работают, вот что изменилось. Ну что ж, то, что здесь будет происходить, это уже будет касаться только следующей части. Всем огромное спасибо, кто был с нами. Пока-пока.